Турин, ответный полуфинальный матч Кубка Италии, Ювентус против Аталанты, на артеров Аталанты Папу Гомеса. Ну а пока что ознакомимся с составом Ювентуса. На 11-й Дуглас Коста, 12-й Александро. И в центре нападения 17-й номер Марио Манджу. В тралях полузащитника 11-й номер Рема Фрюлер и 15-й Мартен Дерон. Ну и атакующий. Итак, поехали. Микаэль Фабри дает стартовый свисток к началу. Продолжу я об отсутствующих и посмотрим за этим ударом по Гомеса. Пробил он выше ворот подачей углового. На ближнюю штангу опасная ситуация. Нет, здесь все контролировал. Все находилось под контролем. Карьера в Аталанте, но в итоге все-таки остался в клубе. Подача очень, играет очень внимательно. Опасная. Набегал на мяч Блес Матюидзи. Но опять Аталанта пока играет. Удар Косте. Но атака Ювентуса продолжается. А само врывается в штрафную площадь и выбивает мяч. Дальше на Дугласа Косту. И бразилец вот такой удар наносит. Так все те же игроки. Удар! Нет, этот мяч попадает в сетку с внешней стороны после удара Куадва Самоа. Фабри на ваших экранах. Главный арбитр сегодняшнего матча. Пока посмотрим за стандартом Аталанта. Неудачная подача прямо в руки Джанлуиджи Буффону. Вызвал, не так много Дибала играет в составе Ювентуса. Ну и надо сказать, что сборная Аргентины пока что сам Ювентус с мячом. Передача в разрез и удар поворотом в ближний угол Беришки. Джукич поместился на фланг, а на позиции центральной через партнера. А вот теперь уже навес слишком сильно не пришел. Сандро Матюиди. Матюиди продирается и все-таки делает передачу там всеми правдами. Штрафной площади уже само низом. Вот моментище. Красиво. А вот другой аргентинец ведет уже современную Аталанту. Корнелис вместо Йосипа Иличича. Ворот Аталанта. А здесь нет положения вне игры. Куда вышел Джанлуиджи Буффон? И в штангу попадает Папу Гомес. В штангу и заставляющая соперника прижиматься к своим воротам Гомес. Ювентус рвет вперед. Дуглас Коста. Удар. Перекладина. Ответ. Дира. Тоже замена по позиции. Улыбается Киелини. Гомес. Атака 3 в 3. Подключается четвертый игрок. И плохая передача. Заменить только после этой атаки. Лихштайнер с мячом. Подача. Падение Матюиди в штрафной площади. Пенальти. Короткий разбег. Удар. 1-0. Отлично для Блеса Матюиди, чтобы он упал в штрафной. Джанлука Манчи. Бенати выдернулся вперед. Поражение. Полное, тотальное, абсолютное превосходство Юве. Но тоже игрока атакующего структурно. Атебур. Элиос. Задел его. Так, ну все. Матюиди. Матюиди. Матюиди в штрафной. Чуть не помешали они там друг другу с пажем. Фрюлер уходит. В итоге все-таки вернули мяч игроки Юве. Будет ли удар по воротам? Удар заблокирован, этот удар. Трофею Кубки Италии. Будет ремейк, если, конечно, Лацио пройдет Милан. Первая встреча в Милане завершилась в ничью.